летали на самолете? Нет. Я да. На море? Нет. Я на поезде катался. Я хочу, это моя мечта. И моя. Потому что я хочу увидеть высоко небо и облака. И птичек, как они летают. Я 2 раза. Я 10 раз. Чем занимается пилот самолета? Он управляет самолетом. Да. И еще есть такие специальные башни, чтобы показывать, куда лететь, чтобы не врезаться. Как маяк для самолетов. Там можно включить режим, который сам будет этот самолет. Один человек может управлять самолетом? Там еще один есть. 2. Один сначала управляет самолетом, другой спит. И так тогда не остановились. Второй тоже помогает. Да. Он тоже управляет самолетом. И его не должны отвлекать, как и водителя, и всех и других. Что надо знать, чтобы стать пилотом? Учиться надо. Надо много учиться. Да. На 5 и на 4. Куча страшных обучений. Там будут такие кабинки, как будто по экрану, и мы будем как будто управлять самолетом. Сначала надо научить права в машине, потом на каком-то летающем и на подводном права надо. А чем отличается самолет от вертолета? Самолет, потому что длинный, а вертолет чуть-чуть короткий. У него пропеллер. Да. У вертолета вот такая вертушка, чтобы взлететь, у самолета крылья. Тем, что самолет пассажирский, а вертолеты нет. У вертолета там на хвосту еще такой маленький винт. Может ли женщина быть пилотом? Да. 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 Раньше тут только бывают стюардессы. Может, нет. Нет. Потому что женщина не такая сильна, как мужчина. Она может не удержать руль. И тогда все закончится плохо. Да.